Переходите к модулю 3, меню-курсу «Три кита. Техники речи. Дыхание. Голос. Дикция». Практическим занятиям. Этот видеокурс цифровой, в виде видеоуроков, и это очень удобно для тренировок. Вы можете изучать материал онлайн в любой точке мира. Что входит в программу курса? Еще раз давайте посмотрим. Комплекс упражнений на дыхание, артикуляционная гимнастика. А также вы узнаете из видеокурса об элементах орфоэпии. Правила образцового литературного произношения двух различных школ фонологических – ленинградской и московской. Вы можете заниматься этими упражнениями в любое для вас время – и вдали от любопытных глаз, если вы еще пока в начале пути. И занимайтесь столько, сколько вам понадобится. Натренировать свой речевой аппарат. Можете записывать себя на диктофон в начале занятий. И можете не каждый, пропуская, но в конце обязательно запишите и сравните. И, кстати сказать, все домашние задания вы будете отправлять мне на проверку. Я буду резюмировать ваши подвижки, ваши успехи или корректировать, над чем еще можно поработать. Что вы получите после занятий по технике речи? Красивый голос, способный приносить душевную радость тем, кто вас будет слушать. Сильный, чистый, глубокий, гибкий голос, о котором вы даже не мечтали. Технику контроля и защиты вашего голоса от травм и утомления. Я вам покажу, как нужно защищать свой голос от внешнего воздействия. Почему выбирают мой тренинг, тренинг Ирины Севрюгиной? Потому что вся теоретическая часть дополнена практикой. Я прям показываю на себе, как нужно выполнять упражнения. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться ко мне за помощью, и я обязательно отвечу. Для желающих продолжить занятия в режиме онлайн-встреч, у вас будет возможность выбрать пакет моих уроков, и я буду вас сопровождать. И подберете себе подходящий тариф, и начнем работать. Это могут быть сколько-то там уроков, сколько вам необходимо. Пожалуйста, мы займемся этим вплотную. Тет-а-тет. На этом пока все. Переходите по ссылке к модулю 3. Успехов, удачи! И я надеюсь, что мы еще увидимся. Пока-пока. До новых встреч!